Раздразнить аппетит перед областным мероприятием. Накануне в парке имени Олега Степанова прошло припатие фестиваля еды «Гастроли Подмосковья». Это предварительная презентация праздника, который состоится уже в следующие выходные. Веселая анимация для детей, палатки с разнообразными напитками, сладостями и пирогами. В субботний день в парке жители и гости городского округа могли отдохнуть и вкусно подкрепиться. Присутствующие познакомились с мероприятиями, которые пройдут в городском округе. Вся информация была представлена в календаре событий. Его участникам раздали члены местного отделения юнармии. Областной фестиваль еды «Гастроли в Подмосковье» состоится уже в следующие выходные. В парке имени Олега Степанова соберутся лучшие фудкорты Подмосковья. Выбрано всего 5 парков Московской области, в которых будет проходить этот фестиваль. Вот наш город и наш парк вошел вот в эти 5 городов, в эти 5 парков. Вот, будут самые лучшие фудкорты, которые выставляются на улице в зимний период. Вот, будет масса новогодних украшений, каких-то вот изделий ручной работы. То есть можно будет основательно подготовиться к Новому году, ну и вкусненько покушать. Насладиться гастрономическими изысками вы сможете уже в эту субботу. Фестиваль еды «Гастроли в Подмосковье» начнется в 13:00.